Я всех приветствую на своем канале «Вечерние посиделки». Меня зовут Анна, и я продолжаю участвовать в совместном проекте «Апрель месяц стартов». И напомню, я вчера открывала набор от фирмы «Алиса» «Матрешка летняя краса». Вчера я совсем немного повышивала, в основном вечером. И сейчас покажу, что же у меня получилось. Вот. Ну, как я и говорила, я начала отшивать с центра, и вышила я вот небольшую часть лукошка. Так вот у меня выглядит. То есть получается где-то, ну вот, где-то вот так что-то я старалась вот так отшить. Ну, видно, да, что немного. Немного у меня канва здесь помялась так. Ну, что могу сказать по этой работе? Очень мне понравилось. Вот уже несколько наборчиков я открыла и вышивала, да. И каждому набору, ну, вот у меня есть такое желание обязательно вернуться и продолжить вышивку. Здорово все-таки получать такие эмоции хорошие. Радость такую от открытия каждого набора. Пробовать их все отшивать. Ведь самое такое чувство, да, радости испытываешь именно когда начинаешь набор. Не когда там продолжаешь, там, да, там уже как бы немного надоедает, а вот именно когда открываешь и делаешь свои первые крестики. И испытываешь от этого, конечно, положительные яркие эмоции. Так, ну что хотела бы еще сказать по этой матрешечке. В качестве по схеме. Я в схеме обнаружила такое забавное, можно сказать, упущение, что ли. Покажу схему. Вот именно само лукошко. Я здесь немножко не вышивала специально, чтобы вам показать. Если видно, вот есть такие символы, ну, они такие какие-то розоватые, может быть, такие. Буква R обозначается. А вот есть символы буквы R. Такие, они больше как с коричнева. Не знаю, возможно, это на камере не очень хорошо видно, потому что у меня близкое, так скажем, приближение. Когда приближаешь, почему-то вообще не фокусируется. Ну вот, может быть, подальше буду показывать, да. И вот здесь... Не знаю, видно вам, не видно. Вот эти буквы R, вот это, вот эти вот 5 штук, они нарисованы ручкой. То есть черной ручкой тут кто-то подправлял. Хочу сказать, что, видимо, здесь, по-моему, не было никакого символа, и он напечатан совсем другим цветом, чем вот эта вот буква R. И сверху нанесена вот значок, символ ручкой, да. Хочу сказать, что я покупала этот наборчик в «Мире вышивки». Он ко мне пришел не вскрытый, запакованный хорошо, да. То есть из этого можно сделать вывод, что, видимо, Алиса, фирма Алиса неправильно напечатала, ну, схему частично, да, совсем немного здесь, несколько буквально символов. И они сделали, ну, как бы подправили ручечкой, нарисовали сами. Вот, первый раз я встречаю, чтобы вообще в схемах такое было. Не знаю, попадалось ли вам когда-нибудь такое недоразумение, скажем так. Вот. Напишите мне обязательно в комментариях. Может, у кого-то вот была именно такая матрешка, именно вот так же ручкой подправлено было. Ну, и я, конечно, надеюсь, что вот эти вот символы, да, они соответствуют. То есть, если это буква, да, R, то и тут как бы буква R. То есть, что это не другой. Просто они меня смущают немного, что они другого цвета. Вот. Ну, а так, в принципе, нормально все вышивалось. Нравился мне процесс. Вот эти ягодки, цветочки. Только с символами какая-то у меня как-то все непонятно. Ну, с этими буквами R. Ну, я, конечно, их и вышью буквами R, которые вот пометили так, но... Надеюсь, что и получится, как задумано, скажем так, было. Так, ну, ниточки, по ниточкам, мне, конечно, здесь уже немножко так все позапуталось. Хочу сказать, что да, Алиса нитки экономит,
как всегда, как обычно, и в этом наборе также. Очень много хвостиков, почти в каждом цвете есть нормальные пасмы, да, длинные и короткие. Просто здесь их как бы, может, неудобно немного показывать. Ну вот, например, да, красный. Вот, и, ну, мне не сильно нравится, когда эти хвостики, и куда их применить. Я очень люблю закреплять петелькой, а так, как бы, приходится узелком. Ну, от этого изнанка, конечно, страдает у меня. Ну, как бы не сильно удобно. Ну, что им стоит целую пасму, да, нарезать ниточек, а не какой-то малюсенький хвостик. И вот причем, ну, практически во всех они, во всех присутствуют. Вот зеленый взять. Вот опять короткий, пожалуйста. Вот. Ну, такая экономия всегда у Алисы. Мне это не слишком нравится. Ну, да ладно. В общем, я жду ваших комментариев по поводу все-таки вот этих знаков, все-таки вот этих символов, да, кто сталкивался, и на самом деле это буква именно R, вот обозначение. Так, еще раз, да, покажу, давайте поближе, но будет, наверное, размыто. Вот, ладно, так, это я откладываю, убираю все в конвертик до следующего раза, ну, хочу с ней, конечно, побыстрее вернуться. А сегодня я выбрала такой наборчик. Сейчас буду шуршать. От фирмы Panna. Пряничный домик. Я его заказывала, чтобы начать отшивать. Ближе, конечно, к Новому году. Где-то осенью, не раньше. Но раз у меня такая возможность попробовать, да, его пораньше, то, конечно же, я от этой возможности не откажусь. Так, тут у меня все запаяно, я еще не открывала, буду шелестеть, извиняюсь. Вот все, что в наборчик входит. Сейчас я вытащу это все. У меня тут все прилипает, очень мощный клей на пакете. Вот такой вот красивый пряничный домик. Очень он мне нравится. Многие уже его отшивали, но я посмотрела, что очень красивый, конечно, он получается. И тоже, конечно, захотела и заказала себе. Так, ну здесь вот гамма, канва, видно, что гамма сразу же. Здесь вот, так вот, если видно вам, что это гамма. Два листочка канвы пластиковой. Так, и две иголочки для бисера и... просто для вышивания. Значит, сейчас посмотрю, где у нас тут схема. Тут, видимо, инструкция, рекламы. А, вот она, получается, в инструкции схема. О, какая красивая схема, яркая. Немного она темновата. Очень крупная, я хочу сказать. Даже еще не знаю, с какого я именно сюжетика начну, с какой части дома все это отшивать. Ну, здорово, может, вот пряничный человечек такой. Я обожаю пряничных человечков и вот эти конфетки. Вообще, я этот домик заказывала, чтобы сделать на Новый год дочке. Вот ей очень тоже нравятся пряничные дома. И я думаю, когда уже будет все готово, она будет просто рада и счастлива. Так, ну что тут еще у нас? Тут, видимо, еще раз инструкция тоже. А, тут две инструкции. Ой, то есть две схемы. Так, две схемы, две инструкции. Ну, вот еще вторая, да, часть схемы. Так, ну для меня тут все понятно, в принципе. Единственное, я не знаю, как я этот домик буду собирать. Вот у меня сомнения по поводу сборки. Отшить-то, может быть, я его и отошью, но вот собрать, я думаю, это как бы сложнее. Все, главное, чтобы там все же подошло. Тут вот труба, да. Главное, чтобы все хорошо получилось, аккуратненько. Все это дело собрать. Так, ну и давайте я покажу тогда сразу ниточки. Канву тут уберем. Ниточки вот так вот у нас располагаются. А, вот, кстати, бисер такой прозрачный. Да, прозрачный бисер, нитки, а вот еще красный, кстати, бисер. Да, красный бисер и прозрачный такой, серебристый немного бисер. Вот нитки, ну, красивые нитки. Такие прямо приятные,
Так, они скручены, и тут ленточка. Ну, это, видимо, вот для этой подвески, да, ленточка. Вот. Ну, цветов, скажем так, не сильно много, да. Вот красный, зеленый, коричневый, разный. Вот темно, да, коричневый. Ну, вот совсем немного голубого, да, фиолетовый, белый. И желтенький, такой позитивный. Так, ну ладно. На сегодня тогда я прощаюсь с вами, пойду делать свои первые крестики на пряничном этом красивом домике. Я думаю, у меня сегодня будет новогоднее настроение, пока это все начну отшивать. Ну а завтра вам покажу, конечно же, что у меня получилось. И завтра будем, ну, тоже новый наборчик открывать обязательно. Так, ну все, всем спасибо, кто заглянул на мой канал. Подписывайтесь и заходите еще, смотрите за моими успехами в отшиве и в участии этого совместного проекта «Апрель месяц стартов». Все, всем спасибо за внимание, до свидания!